Мозг запоминает вообще все, мимо чего он прошел, что он услышал, увидел, понюхал, съел, потрогал. Вообще все. Поэтому так важно не читать глупости, не общаться с дураками, не слушать плохую музыку, не читать дурацкие книги, потому что это из мозга вынуть невозможно. Оно там лежит всегда. Даже если вам кажется, что вы это забыли, это только вам так кажется. Мозг помнит все, и в определенных обстоятельствах это оттуда вылезет.